Я должен об этом спросить. А что, если Фина права, и Роксан иначе не победить? Фина не камнями в окна кидаться планирует. Она хочет подорвать целое здание в нашем районе. Если в ее плане есть хоть один изъян, пострадают люди. Я не могу этого допустить. Ты прав. Надо лишить их на форму. Уже в пути. Она искала место для обустройства лаборатории. Сколько? Алиса, ты здесь? Алиса, проверьте ее. Сейчас пойду и разберусь. Они не знают, с кем связать. Дочь! Здесь так здорово! Всем смотреть в оба! А призраки тут живут? Тут что-то случилось?
Такому даже Человек-паук не готов. А теперь ну форм. Так, тихо. О, нет. Это я не отдам. Эй! Эй! Стой! Серьезно? Я хочу поговорить! Ты! Умелец! Стой! Ты решил украсть мой униформ? Да черта с два! Ганке! Я видел Фину! Что происходит? Она забрала униформ! Я гонюсь за ней по Манхэттену! Ах ты ж! Ладно, и как ты ее остановишь? Шаг первый — поймать ее. Шаг второй — я тебе перезвоню. Быстрей, ну быстрей! Отвали! Это мои дела с Роксоном! Может, будем использовать слова? Может... Ты от меня уже отстанешь! Куда мне столько сил? Все идет плохо! Где ты сейчас? Я не знаю. Я пытаюсь не подорваться. Мне нужен новый план. Сделаем, как ты сказал. Сказать ей правду? Ага. Я только поймаю ее. Умелец! Мне надо кое-что тебе сказать! Погоди! Думаешь, я куплюсь на это? Ты должна знать это! Честно! Отвали, Человек-паук! Дай мне хоть один повод не убивать тебя. Моя мама очень расстроится. Майлз? Мы можем? Вы двое на крыше, стоять!
Не идеально. А, кажется, она сломала ребро, а то и пару. Привет. Как прошло с Финой? Не очень. Ты еще у меня? Не, я сейчас дома. Родители вернутся через неделю. Прибираюсь тут. Но могу вернуться. Нет, порядок. Я тебе перезвоню. Теперь что? Эй, дядя Аарон, мне нужен совет. Насчет чего же? Насчет всего. Ты не занят? Немного, но могу прерваться. Скоро перезвоню. Спасибо. Давай, до связи. Понятия не имею, где искать Фину. Или ну форм. Наверное, надо подождать, пока дядя Аарон освободится. Кажется, мы это уже слышали. Человек-паук преследует злодея. Разрушена собственность на миллионы долларов. А ведь до сих пор подсчитаны убытки от погони за носорогом, от аварии на мосту. Кажется, младший паук решил сделать хэт-трик. Вот и побежал за своим заклятым другом умельцем. Пусть эта парочка уже уединится, желательно в тюремной камере, и решает свои разногласия где-нибудь очень-очень далеко от Нью-Йорка. И не где-то в Нью-Джерси, а лучше в Орегоне или даже на Аляске. Может быть, хоть тогда мне выпадет один спокойный вечер, когда я смогу посмотреть вакандийский кулинарный турнир без того, чтобы мне оторвали пожарную лестницу. Ух, я тут вспомнил. Джаред, ты на запись поставил?
трогай меня! Ничего не могу! Кто-то перехватил управление! Слом по радио. Надо отследить все три сигнала. Теперь уже лучше, но все равно не слушается. Он пропал! Найди его! Так, теперь займусь передатчиком. Остановлен. Не верю, что я это говорю, но спасибо, Человек-паук. Иди на этот раз. Привет. Встретимся в порту в адской кухне. Скоро буду.
Что мне делать с Финой? Снова попытаться поговорить? Можно встретиться где-нибудь? В научном центре или в церкви Троицы? Нет. Теперь она знает, что я ей соврал. Она не согласится. А! Уважали, боялись и все такое. И бросили вызов самым крутым отъяб... Здесь человек-паук, осторожно! Тебе кранты! Вижу цель! Будет больно! Один ноль в пользу Человека-паука. Не знаю, как... Главное, что вы не пострадали. Чего так? В магазине неподалеку. Дай лапу! В смысле, паутину! Да, паутину! Человек-паук! Надо же! То же самое! Ну, посмотрим, как ты...
паучок! Чтобы больше никуда не вламывались. Ясно? О, да, неплохо прозвучало. Действовать в открытую. Тайна личности, все дела. Да не вопрос. Как скажешь. Я просто подумала, людям будет интересно, так? Не знаю, что и сказать. Я просто делаю, что могу, понимаешь? Ну да, как и все мы. Только ты при этом уклоняешься от пули и бегаешь по небоскребам. Может быть, на летних каникулах? У меня будет отпуск на моей... работе, да. И если я пойду на какой-то подкаст, то только на твой. Это лучший комплимент за неделю. Или за всю жизнь. Ладно, позвони, когда начнутся каникулы. Ноль, паук! Я уже сбился. Кто? Классно выглядишь, паучок. Помогите! Это я спешу. Спасибо, что работаешь и ночью, человек-паук. Эй, ты уже поужинала? Чё, как дела? Ух, о, Человек-паук, ты крут! Счастливой Хануки, паучок! Эй, такси! Тебе на мосту. Ты сделал все, что мог. О! Подпольщики ковыряются в рекламном щите. Вряд ли это к добру. Чувак, я уважаю! Устала, серьезно! Загляну лучше в джаз-клуб. Она подальше. Аккуратней! Человек-паук, счастливого тебе Рождества! Лучшая картошка в городе.
Боже мой! Надо успеть домой до начала матча. Готово! Мой сын обожает тебя! Где твой напарник? Террористов уворачиваться хватает! Чего ты? Ага, подпольщики взломали. Нахожу источник. Засек сигнал. Пора туда. Если подпольщикам так нужно внимание прессы, они могли бы, ну, не знаю, открыть ферму альпака. Я бы о ней почитал. Вот и они. Вы уверены, что так внимание СМИ привлечете? Скорее мое! Надо выключить переключатель. Дружелюбный сосед Человек-паук 1, рекламная служба подполья 0. Вертолетом явно что-то не так. Пора погеройствовать. Давай же! Ох, слава богу, Человек-паук! Все системы отказали, и я тут ни при чем! Нашел источники взлома! Их 3! Не пускайте его в передатчику! Хотите, чтобы я ушел? Вырубайте сигнал! Что происходит? Это так! Стопудово!
датчик. Еще последний. Эй, как там у тебя дела? Теперь уже лучше, но все равно не слушается. С подпольщиками все. Теперь передатчик. Слом сорван. Человек-паук всех спас. Приближаюсь к док. Надеюсь, дядя Аарон там. Не дайте ему уйти! У него взгляд. Внимание! Потанцев... Нужна подмога! Вижу цель! Стой! Не ладно! Что? Прямо на улице? Тебе конец, Человек-паук! Ну, Роксан, что теперь? Итак, Майлз, вываливай. Опиши всю ситуацию.
Фина, Роксан, подполье. Это все чересчур, понимаешь? Тебе 17. У тебя стресс, и ты супергерой. Тебе надо учиться расслабляться. Ты еще пишешь биты? Нет, с тех пор, как я начал это. Ищи баланс, малец. Самое важное в жизни. Вот. Небольшой проект, который мы с твоим папой когда-то замутили. Наш микстейп. Четкие рифмы, все дела. Почему я никогда об этом не слышал? Потому что мы не закончили. Мы записывали шум улиц. Хотели, чтобы город стал нашей музыкой. Но твой папа был занят учебой, а потом мы с ним разбежались. Ты можешь закончить нашу работу. Заодно отвлечешься от своей. Да. Да? Хорошо. Что надо делать? Загружай. Я все тебе расскажу. Мои голограммы направят тебя. Просканируй источник. Голограммы? Крадешь мои приямы? Ха, да я этим занимался, когда тебя еще на свете не было, малец. Так, не думай про Фина. Сосредоточься на звуках, очисти голову. Просканируй голограммы. Они разблокируют файлы на моей флешке. Это поможет тебе понять, какой нужен звук. Попробуй найти оригинал и запиши четкий сэмпл. Попробуй еще чуть ближе. А не сюда. Надо вернуться. Здесь я ничего не найду. Отличный звук, но с помехами. Ты через стену записывал? Чтобы было меньше шума, надо записать поближе. Запиши звук так, чтобы перед тобой ничего не было, без искажений. Нормальный звук, но с помехами. Попробуй под другим углом. Мне кажется, колокол выделяется в записи.
Попробуй найти такой в городе. Похоже, мне в другую сторону. Нет, я еще не закончил. Вернусь обратно. Да, вот так. Да, 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 это оно. Привет, друзья! Вы слушаете третий выпуск «Правды о подполье», где я разбираюсь, кто они и чего хотят. А помогает мне в этом Человек-паук. Самой до сих пор не верится. Короче, у под... Мне кажется, мы... Остальные звуки, которые тебе нужны, ждут в городе. Я оставил несколько сообщений, чтобы ты мог прочувствовать все звуки. Шикарно. Не сейчас. Привет! Нашел что дельное? Да, необычная динамика. Видишь, старая школа не подводит. А еще мне правда надо было проветрить голову. Теперь я знаю, что делать с Финой. Я встречусь с ней и попытаюсь ее отговорить. Лично? А где? Завтра ночью. У церкви Троицы. А почему спрашиваешь? Потому что у тебя на спине мишень размером с джерси. Не нужно меня защищать. Иногда нужно. Помнишь, ты говорил, что вы так и не закончили запись, потому что поссорились с моим папой. А что именно между вами произошло? Это запутанная история. Мы были очень похожи и... очень отличались. Закончи запись, собери сэмплы и услышишь рассказ целиком. Обещаю. Хорошо. Спасибо, дядь. Церковь Троицы. Умельцы. Можете брать. Но парнишку не трогайте. Как же хорошо. Я так умотался. Итак. Ладно, пора позвонить Фине. Надеюсь, она ответит. Привет, Человек-паук. Фина, привет!
Надо поговорить. Лично. Снова решил мне наврать? Я хочу все исправить. Пожалуйста. Жду у церкви Святой Троицы. Ни слова лжи. Обещаю. Если ты что-то задумал... Ладно. Увидимся там. Она хотя бы не против увидеться. Ладно. Значит, мне надо в церковь Троицы. Ни капли не беглыми все. プレイステーション。